очередная посылочка. И здесь мои два фаленопсиса, очень красивые. Вот этот вот. Вот так вот он называется. К сожалению, малявочка. Будем ждать. И, конечно, будет экстренная пересадка, так как здесь этот вот поставщик, продавец, он добавляет сюда вот такой вот поролон. Поролон сидит везде, кроме, конечно, котлей. Но у котлей тут я увидела маленькие жучки-паучки. Ползали. Вот так она выглядит. Это название вот сакура. Покажу все фотографии, выставлю, как они должны цвести. Это у меня здесь фаленопсис скрещенный, не знаю, какое будет у него цветение, но с джапоникой. Ну что ты, вот, вот так вот его название. Это у меня малявка. Вот это вот малявочка моя. Это она как стенгопия, ее надо выращивать. Это вот это ее название. Она маленькая, конечно же. Вот такой вот у нас уже росток. И она цветет точно так же, как и стенгопея. Цветонос идет вниз. Это моя третья стенгопея. Вот такая вот. Это уже взрослое растение. Стенгопея низняна. Это уже третья. Вот такая красотка. И у нее здесь 4 новых роста. И вот это вот пятый. А может быть и цветонос? Не знаю. Здесь я убираю поролон, так как я сегодня ее сажать не буду. Пересадку делать я просто вытащу здесь поролончик. Ну и сейчас обработки мы уже начинаем. И она пришла сухая. И обработку первую мы уже прошли. И сейчас я вытащу этот поролон. И, конечно, завтра я ее уже буду пересаживать, так как внутри поролон. И я не хочу, чтобы оно загнило.
такие вот два горшочка. Здесь, конечно, должен быть мох. И сюда наливается или водичка, или ложатся какие-то влагоемкие субстрат, который долго держит. Можно мох. И сюда прикрепляется растение. Ну вот, взяла попробовать. Вот пришли они вот так вот упакованы, очень хорошо упакованы. Таких я взяла два. И вот это вот, сначала мы думали, что это держатели, ну, как повесить, да, и, а это, оказывается, держатель для цветоноса. Но у меня как раз мой гигант начинает расти цветонос, я думаю, что мы его используем именно, извиняюсь. И вот она вот, сейчас я вам покажу, вот так вот прикрепляется и отъезжает вот это вот как йо-йо. Обязательно вам покажу после того, как я вот примощу его на своего гиганта. Ну вот, пересадку обязательно вам покажу. Вот с этого красавца. Сейчас посмотрим, что там внутри. Но тут точно есть этот вот поролон. Вот он. Вот. Ну, сейчас я его достану и тогда вам покажу. Ну, что я вам хочу сказать. Корни, у нас три листика здесь, и корни достаточно в хорошем состоянии, активные. Ну, вот тут один поломанный корешочек. Ну, сейчас мы его фитоспорин поставим и немножечко дадим отмокнуть. И затем, я не знаю, у меня два горшочка есть, и посмотрим тогда, в какой горшочек его лучше посадить. Ну, сейчас немножко отмоем корни фитоспорине. Тогда я вам показать покажу, вам вот вторую я достала, да, и вот посмотрите, сколько здесь вот этого вот поролона. Очень много вот этого поролона, и он, видите, даже прилип корешкам. Это вот вторая малявочка моя, вторая фаленопсис. Под попкой у нас тут чистенько, но вот здесь вот немножечко, ну вот сейчас почищу. Ну вот, видите, поролон сколько. И я так думаю, ну до завтра мне было уже не дотерпеть, поэтому я снимаю сегодня видео о том, вот как вот новый поставщик, и вот здесь поролон. Очень много поролона. Ну, сейчас почистим. И этот вот у меня красавчик уже вот стоит, сушится. Потом я посмотрю, что дальше. Немножко пускай подсохнет. Здесь вот фитоспорин у нас. И сейчас я вот этот вот почищу. И тогда тоже его фитоспорин немножко искупаю. Вот в эту кору. Она здесь есть с камушками, и с перлитом. Я ее немножко замочила чуть-чуть следом в фитоспорине. Добавлю еще древесного угля. И на низ я положу свою кору, которую я собирала. Она отмочена в фитоспорине. Ну и будем сажать. А то, что получится, я обязательно покажу, так как неудобно мне снимать и сажать одной рукой. Ну вот так мои красоточки сидят. Я их уже посадила. И садила я их в мелкую такую кору. Смесь там и перлита, и вулканической, и пробки. И вот так вот у нас они сидят. И дальше уже будем развиваться. Посмотрим, как. Два дня их поливать не буду, так как я их замачивала в фитоспорине. И так что, как только он просохнет, мы их прольем. Ну вот и все. А завтра уже будем пересаживать стенгопею.